Я никогда не пишу сценарий. Я не думаю, о чем я буду снимать видео. Я просто включаю камеру и снимаю. Алания моими глазами. Реальная Алания. Жизнь в Турции. Видео каждый день. Приятного просмотра. 3 ноября, 11:30. Время плюс 32 градуса. А то еще не поверите. У меня на солнце. По ощущениям, они даже больше. Я бы сказал, 35, наверное. Ну, подруга наша спит. Отель Эфталия. Приветствую, в нем был. Смотрите, как буквы прикольно сделаны. Творческий человек. Класс. Такого еще не видел. Алания кукуруза тут написано. На солнце 32, но на самом деле они больше еще по ощущениям. А в тени 25, это вот по градуснику такая разница. И вот реально, когда заходишь в тень посидеть просто после солнца, в тени чуть ли не холодно. Вот после солнца в тени реально чуть ли не холодно. Вот такой вот разброс температур. Тут вот много людей на этом пляжике. Это 6-й пляж. А так вообще, в принципе, ну вот больше людей становится уже вот после обеда, сейчас уже после 12. Хотя, опять же, вот не все на этом солнце могут находиться, поэтому я не исключаю, что часов после 3 будет людей, может быть, больше, потому что, ну, не все могут быть на солнце. Хотя людей немало, конечно, уже на пляже. Сейчас не знаю, куда-нибудь, может, туда дойду, раз уж я вышел. Попал на море в раннее время такое. Отель Парадор уже закончил свой сезон. На его пляже также Арсихотел отдыхает. Буквально 3-4 человека на лежачках, и все здесь. На Монарх-Сити чуть побольше. Монарх-Сити работает. Отель еще. Сити люди есть. Чуть больше 12 время сейчас. Не знаю, загадывать не хочу, куда я дойду. До пляжа Ананаса, надеюсь, дойду, может быть, даже дальше. Может быть, даже подвиг совершу и дойду до района Оба сейчас. Так, Монарх-Сити, людей довольно много на пляже в это время. Между White & White и Сельчуклука на Клан пляжем. Такие вот сейчас волночки здесь. Там вообще почти не было. Здесь вот сейчас. Купаться они людям не помешают, уж точно. Просто уже нет штиля, который был. Больше недели штиль был. Красота. White in White. Чуть-чуть людей есть по пляжикам, мало. На пирсе никого, на том пирсе тоже никого не видно. Подумать не мог там, когда шел, что здесь волны такие были. Удивительно. Сейчас будем выходить на пляж Big Blue Sky, Ананас. И не знаю, наверное, дойду сейчас до туда, где отель Хризантем, не знаю, но до пляжа Blue Wave, я думаю, дойду. Раз уж я здесь, не часто, а днем. Выхожу, в принципе, довольно жарко ходить по солнцу до 4 часов. Несмотря на ноябрь месяц, все равно. Итак, друзья, отель Ананас, Big Blue Sky. Привет, кто любит эти места.
Знаете, сюда вот в сторону района Оба вода чуть-чуть теплее. Ощутимо ногами. С чем связано, не знаю, почему. Почему так? Людей много на пляже, который впереди. Первый вот этот, который возле Ананас и Big Blue Sky. Возможно, это есть пляж Big Blue Sky, который... Людей много. Очень много, я бы сказал. Ай! Холодные вот эти ручейки, когда переступаешь. После моря, конечно, разница ощутима. Даже очень. А тут волночки стали чуть поменьше. Там что-то он какой-то участок возле White and White. Волнообразующий. Здесь поменьше волночки. Думаю, что тут Big Blue Sky, но не только, возможно, также здесь еще и кафешки на пляже. Полно на лежаках народу. Сматываемся. Опять волны пошли. Не было, сейчас опять волны пошли по первому ряду, по второму ряду, по третьему заполняемость 100%. Дальше немножко пустых, но в общем людей очень много. И купающихся здесь в этом месте почему-то немного. Кстати, на пляже полно народу сидит. Вот туда мы пришли. Ну, наверное, раз купается намного меньше людей, чем на лежаках, значит, вода не для всех теплая. Ну, народу полно, реально. Просто полно. Там дальше больше купающихся. Тут какой-то пляж загорающий. Почти никто не купается. В смысле, не почти никто, а тут пусто вообще в море. А людей сотни на лежаках. Здесь Джетска и следующий пляж, тоже я не знаю, к кому он относится. Чуть свежий ветерочек спасает от солнца, потому что палит оно довольно сильно. Но до 12 часов, кстати, солнце было еще как-то жарче ощущалось. До 12. Либо не было этого свежего ветерочка, который немножко меня сейчас немножко помогает. Вода, в принципе, чистая, классная. Вот здесь вот немножко мутновато, потому что песок здесь просто из-за волн. А так вот туда проплыть 20 метров, вода идеальная. Красивая, чистая. И следующий пляжик, который уже почти вот как бы возле стадиона. Тоже не знаю, отелю, не отелю, принадлежит людей довольно много. Погнали дальше, друзья. И скоро мы уже будем в районе Оба. Сейчас там на Blue Wave, я думаю, будет много людей. Много людей будет купающихся по-любому. Да, волн вот периодически как бы почти нет, а периодически такие вот довольно уже ближе к большим довольно. Ну как, они-то не совсем большие, но кому-то и такие волны как бы кажутся опасными. Так, людей много на этом пляжике. Ну вот довольно, да, довольно большие. Смотрите. Ну, в принципе, срост человеческий, вот эти вот волны, которые вы сейчас видите. Сносят. Даже взрослых. Сейчас вот туда смотришь, там волн нету, кажется. Так, мы возле стадиончика, еще раз смотрим на эти все пляжики, которые мы прошли. И следующая точка у нас будет пляж отеля Blue Wave. Здесь вот есть спортсмены. Жара не мешает. Так, уже мы видим пляжик отеля Blue Wave. Приветствую, в нем отдыхал. Blue Wave, Suite Hotel, по-моему, так он полностью называется. Людей много. Много, больше лежаков. Ну, может быть, нет, не больше, пополам. Пустых и полных, наверное, где-то так. Примерно пополам. Спасательная есть будка.
работает, кстати, со спасателем. Здесь бескрайние пляжи для любителей диких мест. Смотрите, какой берег здесь. Кто жить не может без пляжа Клеопатра, вы хоть раз приедьте, покупайтесь в Оба, в Тосмуре. Там, где нет никаких камней, плит, вот такой вот заходик капитальный в море. И сравните. Само море сравните, и количество людей, вот пустые пляжи тоже сравните, потому что для многих это фактор тоже важный, когда куча людей, многие не могут купаться. Я, например, не могу так, когда тут как селедки, как шпроты в банке. Ну и опять же, людей на лежаках полно, на Blue Wave, а вот купающихся снова мало. А так людей много. Я и предполагал, купающихся больше всего, там толпы просто народу в море, за рекой Обачай. Наблюдаем Анталья Хотел, там, где был пляж Грин Гарден, здесь же. Не, ну тут не очень как бы много, но нельзя сказать, что мало людей. В принципе, много довольно на лежаках, точно уж немало. Но купающихся тут двое. А там смотрите, что происходит вообще просто. Просто пик сезона летнего. Сейчас подойдем туда. Входим мы в район Оба, друзья. Переходим сейчас эту холодную реку. Я перехожу и попадаем в район Оба. Мой любимый. Давайте зумчик сделаем. Тут много людей как на лежаках, так и на песке. Народу, ну просто реально много. Очень. Смотрите. И на лежаках тут заполняемость процентов 80, наверное. Больше всего купающихся именно здесь. Вот большие волны тоже. То успокаивается нормальное почти море, то... То волны довольно высокие. До отеля Хризантема Бастара Вена. Теперь мы уже дойдем точно, раз уж я сюда дошел по-любому. Ну, видите, сколько людей и на песке, и на лежаках, и просто повсюду. Кстати, это мое любимое место. Здесь я купался целый сезон. Позапрошлый, да, получается. Именно вот здесь, то есть река Обачай там. Купался я вот в этом месте. И вот людей именно здесь полно, именно много именно купающихся. На моем любимом пляжике. Тут в воде нет никаких плит, камней. Вообще комфортно. Очень классно. Людей тут, я думаю, хватает как отельных с браслетиками, так и просто живущих здесь, которые, ну, либо просто вот, может быть, даже живущих не здесь в буквальном смысле, а тех, кто любит вот это место, этот пляжик, приходит сюда купаться, возможно. Что пляжик классный. Ну, сейчас вот, видите, волночек нету, я подошел, стою в воде, а вот там только сказал, что волночек нету, и тут хлопа волна, и вторая сразу. Довольно-таки не маленькая. Так вот. Идем в сторону Blue Wave, Вена, Хризантем, пляжи. Ну, там тоже людей сейчас много было. Да, вот купающихся здесь на самом деле больше, чем во всех других местах. Монте-Карло, если я не ошибаюсь, вот эти вот лежаки уже. Ну там человек 20 есть. Может быть, много еще в море. И тоже люди повсюду есть на песочке. То есть не отельные, вот на песке повсюду. Лежакам, вот следующие пляжи, которые есть, на них людей немного. Именно по лежакам.
Возможно, тоже какие-то отели уже закрылись с 1 ноября. Я просто не готов сейчас сказать. Я не знаю, какие отели в Оба еще работают, какие не работают. Знаю, что многие до 15 ноября как бы работают. Какие, без понятия. Фух, как много я уже прошел. Где будет конечная, пока не знаю. Куда я вас доведу. Надеюсь, любителям моря, любителям, в общем, Алании, прогулочка. Я думаю, что вода здесь больше немножко 25, мне кажется. Ну, потому что она реально, вот там от центра она... А, может быть просто то, что солнышко как бы светит, и она чуть-чуть, но становится теплее еще даже в течение дня, возможно. Потому что вода сейчас, вот мне кажется, здесь реально она теплая сейчас. Ну, теплее, по крайней мере, чем она была там, когда в центре вышел, еще 12 не было. Ну и на этом пляжике даже поменьше людей, чем там у меня сейчас за спиной остается, где мы были. Хотя обычно здесь вот всегда толпа людей. Возможно, это связано с тем, что многие отели из этих вот, которые здесь, Авена, Оба Стар, там Месут, Хризантем, возможно, кто-то из них уже не работает. Возможно, большая часть из них не работает, потому что как-то вот по лежакам оно пустынно, как-то тут вообще пусто там. Есть лежаки, нет людей. Следующий пляж опять пустой. Не знаю даже, какие отели работают. Месут точно, наверное, да, Месут точно работает. Хризантем не могу сказать, на балконах не видно следов каких-то, чтобы точно сказать, что он работает. И доберусь я наконец, надеюсь, до Клеопатры завтра, либо послезавтра. Постараюсь тоже в такое время, чтобы максимально было людей. Показать вам, что происходит на пляже Клеопатры. Водичка просто супер здесь, просто супер вообще, вода огонь. Пляж Месут, отеля, который точно работает, на нем людей немного, но довольно много людей здесь в море, кстати. И сейчас посмотрим на Абакой 11, может быть, даже зайдем на пирс, а пирс уже, по-моему, разобрали, наверное. Значит, не зайдем на пирс. Пацаны наши уже закрыли сезон, который джинскай здесь были. Почему-то рано довольно, вон люди там в волнах, увидите, как кричат. Вот волночки. Вау. Такие вот большие периодически. Месут и еще, возможно, какой-то пляжик здесь. А вот то, что пирса нет, Абакой 11, сейчас будем смотреть, работает ли отель, есть ли его пляжик. Может быть, пирс собрали, это значит, что уже и отельчик закрылся, может быть, с 1 ноября. Здесь я был дня 4 назад, наверное. Дня 4 назад, и я проходил тоже все эти пляжи. Не помню, до какого отеля доходил, но надо до Абакой 11 точно. Здесь вот толпа кричащих, волна. Вот идет большая. Боже, что же вы так кричите? Или там один ребенок так кричит? Смотрите, несколько больших волн идет сразу. Все, прошел. Серия волн прошла, теперь тишина. Думал, девочка кричит, когда волны. Это мальчик кричит. Я не знаю, что мальчик такой крикливый. Ну вот, друзья, как выглядит вот эта территория с частью убранных пляжей и закрытых отелей. То есть довольно пустынно, хотя солнышко светит, ноябрь месяца. Как бы лето продолжается. Обидно, конечно, что мало людей. Ну, серию волн дал вам понаблюдать. По-моему, А11, я что-то вот пока не могу понять, но его пляж, не его. Сейчас пройдем, лежаки были ближе, их нету.
Нет, таки пляж 11 есть все-таки. Тут, может, меньше лежаков. Это пацанов этих нет, они все поубирали. Кажется, что... Я думал, что 11 пустынные. Вот. Месут здесь, либо еще какой-то, может быть, я не знаю, вена работает, не работает. Тут два пляжика получается. Уже не пирсик собрали так рано. Хотел на пирсик зайти, показать туда, в сторону White Gold. Мальчик, что ж ты так кричишь, блин? Девчонки маленькие рядом стоят и спокойно на волны реагируют. Ну, вот это пляж Абакоя 11 по-любому, отель работает. Может быть, меньше лежаков стало немножко. Ну что, уже хочется и до White Gold дойти, я даже не знаю. Сейчас буду думать. Пирсик, ты молодец, ты выдержал этот сезон. Я долго сомневался, думаю, выдержит или нет. Все-таки его уже менять надо. Ну ты красавчик, выставил. Заслужил уважение. И так буквально человек 5-6 на пляже Абакоя 11 по лежакам. Фух, идем дальше, друзья. Я уже, честно, немножко устал. Свежий ветерок меня спасает. Я реально, когда вышел, получается, где-то 11:30 было... Вот то было самое пекло, а сейчас уже оно не так ощущается. Вот до 12, с 11 было вообще просто. Здесь много людей в этом пляже. Это, скорее всего, кафешкин пляж. Ну и здесь люди повсюду. Несмотря на то, что день обычный, не выходной, очень много местных также лежит на песочке. Фух. Только рассказывал о том, что нормально, не сильно жарко, и тут же вот сейчас за минуту все меняется, реально становится довольно жарко. Сейчас там White Gold где-то в тени постою, потому что тяжело. Ветерочек затихает полностью, и вот моментально минута-две проходит без ветерочка, и все. И просто на солнце вообще невыносимо становится. Много людей вокруг. И White Gold сейчас у нас будет уже, друзья. Смотрим на него. Так, друзья, пляж White Gold, 5 минут второго времени. Я не знаю, до обед до скольки. Может быть, большая часть людей на обеде сейчас. Ну, в принципе, людей немало. И купающихся. Купающийся тоже есть, и пирсик работает. Посмотрим сверху. Боже, откуда я пришел? Мне аж не верится, что я пришел с такой дали. Вот это жесть. Следующий Романтики. Не знаю, еще что ли пройтись. Там, получается, все пляжи оба пройдем, и не только Шоба, мы же центральной Алании начали идти. Там людей тоже довольно немало на вот тех вот пляжиках. Не сказать, что сильно много, тоже не скажешь. Достаточно. Хороший участок, волн нету, можно сказать. Спокойно можно купаться. Пройтись еще. Желтые эти лежачки, возможно, к какому-то другому отелю относятся. Вот эти все. Это White Gold. Ну что, пойдем до Кайлы? Голосуйте, кто хочет до Кайлы дойти. Красота. Тут тоже волн нету, видите, хороший участок. Купаться можно спокойно, даже когда в других местах волны есть.
людей довольно много. По пляжам, по лежакам, я не знаю, антикроман вот эти лежечки, наверное, или нет. Людей. Дойдем до Кайлази, я, кстати, не знаю, работает ли они. Ну, по идее, да, по-любому до 15 ноября, я думаю. И тот, и тот. Может быть, здесь будет людей ближе к вечеру, как бы, по лежакам этим. Пирс White Gold. Ну, соотношение маленькое купающихся с теми людьми, которые присутствуют на пляже. То есть купается очень мало людей, а на пляжах людей очень много. Не знаю, значит, людям кажется, эта вода все-таки прохладная. Хотя это нормальная температура летней черноморской воды, как бы так. Пойдем, уже почти дошли до Кайлы и до Азии. Будем смотреть, что там. Дальше пойду или нет, пока не знаю, потому что я и так уже прошел. Я вообще в шоке, сколько я прошел сегодня. Тут люди есть, но мало. Этому пляжу. Опять же, может, вечером будет больше, кто знает. Купающиеся. Тоже немного здесь не есть. Сейчас посмотрим. Да, Кайла работает. И то, что я так вижу, сразу вроде много людей. Оба-тайм, наверное, закрылся. А может и нет, потому что лежачки есть, а пирс уже собрали. А лежачки еще есть. Привет, кто в Оба-тайм отдыхал. И особый привет тем, кто караоке там пел сильно, сильно активно. Море очень красивое. Откуда ни посмотри, собственно, море везде очень красивое со всех сторон. Друзья, надеюсь, я заслужил лайки. Кто способен на большее, ссылочки на донат, поддержку у меня в описании. За прошлый месяц канал заработал где-то $29. Мне смешно произносить эту сумму. Спасибо большое тем, кто понимает. Спасибо за поддержку. Вас можно сосчитать буквально по пальцам одной руки, но большое спасибо вам, что вы у меня есть. Спасибо всем за подарки, кто привозил в этом сезоне. Я видео там потом сделаю попозже, наверное, или ближе к Новому году. Топ подарков, как бы, ну, то, что я просто уже не мог не заснять, я немножко снимал видосики, кто мне что привозил, потому что бывало такое, что я был немножко в шоке от привезенного по весу или по количеству. Спасибо большое вам, друзья. Благодаря вам и для вас все я это делаю и буду продолжать, я думаю. Что, погнали дальше, Кайла нас ждет. Так, пляжи отелей Кайла. Думаю, что оба они работают, конечно, еще и Кайла Сити Хотел, Кайла Бич Хотел. Лежаков много, заполняемость около половины от общего количества лежаков, но довольно немало людей уж точно. Фух. Всем привет, кто был в Кайле. Азия тоже работает. В Азии чуть поменьше лежачков, меньше людей немножко на пляже. Здесь побольше, опять же, купающихся. Купающихся немного. Не больше десяточка. Здесь больше в этой части получается. Это все купающиеся. Совсем немного. Пирс Азии работает вроде бы. Так, Кайла. Привет, кто был в Кайле. В пути я больше часа по пляжам. И, собственно, можно сказать, что почти все пляжи района Оба мы с вами прошли, потому что Азия это будет как бы заключительный пляж, то есть все пляжи района Оба мы с вами прошли, поскольку я вышел еще раньше из центра.
Мы прошли вообще очень много, и сейчас еще, может быть, немножко даже по Тосмору пройдемся, сейчас посмотрим. На Азии вообще что-то непонятное, там буквально человек 10 на лежаках и несколько человек в кафешке. А что так мало, не могу понять ничего. Интересно. Смотрите, Азия как пусто. Удивительно, сколько там людей, какие толпы и почему здесь так мало. Сейчас выйду, наверное, на набережную, еще, может, пройдусь немножко по Тосмору, но выйду немножко, похожу по песку, устал идти, просто немножко пройдусь так. Два купающихся. И нету здесь. Всем привет, кто был в Азии тоже, большущий. Сейчас я, может быть, на пирсик зайду еще. Очень странно, я просто не могу понять, как объяснить, что такое маленькое колье. Ну, может быть, обед идет после часа, я не знаю, может быть, обед, но хотя все равно странно, что на такой большой отель и так мало людей сейчас на этом пляжике. Сейчас, возможно, на пирсик, может быть, вылезу немножко, пройдемся, может быть, по пирсику Азии. Пирс Сан Прайма. Сан Прайм отель работает. Он у нас вообще, по-моему, круглый год работает. Ого, здесь чуть-чуть я прошел, и тут уже какие волны сразу. А возле берега их нету. Возле берега. И отельчики вам показываю. Кайла, Азия. Кто заскучился за ними. Я ж не верится, такая разница. Смотрю на пляж Кайлы с толпами людей и смотрю на пляж Азии. На пирсе тут людей немного, так, человек 15, если собрать, в общем, наверное. С пирса сейчас хорошо купаться, там волн вообще нет, если с пирса купаться. Смотреть отсюда вообще огонь. Смотрю, сколько я прошел, у меня это просто в голове не укладывается. Обалдеть, куда я пришел и сколько я прошел. Да уж. Кайла. Мало людей на пирсе. Ну, хотя больше будет, может, в общем, чем на пляже, потому что на пляже-то вообще почти никого нет. Здесь еще так более-менее. Сейчас дойдем до туда, до моря, по краешку. В принципе, получается, что все здесь, в Азии, на пирсе. Ну правильно, тут интереснее, конечно. Глянем отсюда, есть ли купающиеся. Что-то тут завязано. А, лесенка есть одна. Боже, как красотища, люди. Один человек счастливый купается. Какой кайф. Так водичку еще два человека купаются. Водичку еще на пару градусов бы теплее. И Ромка тоже бы купался. Вот как сброс выглядит. Откуда-то, неважно откуда, смотрите. Это ужасно. И людей этих, если их можно людьми назвать, которые это делают, надо жестко наказывать.
Еще лучше, конечно, окунуть бы их в это все и заставить поплавать. Как плавают отдыхающие некоторые из-за них. Чистая вода вокруг, и вот такой вот трос, вы видите. Ужас. Много-много мелкой рыбки, я не знаю, видно, но ее нет белым брюшком, когда она отсвечивает боком. Ну такая, типа, даже не салака, а типа кильки какой-то, но очень многое. Вот это я прошел сегодня, друзья. Я, конечно, когда с центра выходил, там я не думал, что я аж красиво как волна идет. А тут ее просто сотни, несколько сотен. Тут, если вам видно ее, эту кильку, реально, вау. Как ее много, она вот прям аж на 10 метров прям длиной. Косяк-косяк этот большущий. Песок волнами поднимается, вот песок с дна, водичка становится мутная, так она идеально чистая. Волны ее немножечко. Ну, тут она классно. Смотрите, сколько ее, видите, вот белые, когда она на бочок переворачивается, она как-то странно плывет, она впечатление, что она просто в волнах развлекается. Вот вам видно эти белые блески, это столько этой кильки здесь, не знаю, как она называется правильно. Diamond, отельчик. Все может быть, может сейчас еще и до его пляжа дойдем, я не знаю. Я уже на автопилоте. Волна идет красиво, так вот, когда большая волна проходит, сверху наблюдать. Больше стал народ купаться на Кайле. Друзья, не знаю, на всякий случай прощаюсь. Может быть, я еще сейчас дойду до Тосмора. У меня просто аккумулятор тут садится. Может быть, экшен достану. Пройдемся еще по набережной Тосмора. Может быть, и не пройдемся. Потому что я уже и так сегодня находил, конечно. Ого-го, сколько. Кайла. Народ купается. Да, конечно, солнышко вот светит, когда несколько часов такое. Яркая и жаркая, возможно, конечно, становится теплее. Может быть, на воду это, конечно, тоже немножко-немножко навлияет. В пределах полуградуса, может быть. Все-таки полуградуса это тоже довольно значимо. И на Азии становится тоже людей немножко. Ну, не то, что побольше, но появляется. Может быть, после обеда люди выходят. Наверное, действительно, обед был, скорее всего. Красиво на пирсе выходить, отсюда не хочется. Наблюдать за морем с пирса супер. Да, народ, наверное, с обеда выходит, идут прям с напитками на пирс. Ну, получается, в Кайле люди не обедали, или в Кайле люди раньше пообедали, потому что там толпа была. А здесь как-то вот непонятно. Здесь, где пляжи, отели Бояр, все убрали, я так понимаю, что отели Бояр с 1 ноября закрылись. Оба уже, получается, закрыты. Итак, мы уже в Тосморе, друзья. Пустой пляж отелей Бояр. Пару человек купается. Сан-Прайм, немножко людей на лежачках, немножко людей на пирсе. Отель работает, как бы люди есть. Ну что, друзья, привет любителям Саритаж. Юлечка, Киев, привет. И, к сожалению, и печально эти виды пустых пляжиков, закрытых отелей, они напоминают о том, что скоро будет зима. Но, в Алании зимы нет. Поэтому все может быть, еще быть долго тепло, и купаться еще все будет в ноябре долго. Замечательный пляжик Саритаж, на котором буквально несколько человек, и сейчас я вам покажу, сделали нашему рыжему бесхвостому самому, нашему медийному коту известному, сделали домик. Итак, презентация нового домика нашего рыжули. Но в домике он ночью, а сейчас увидите, на лавочке нереально, там 38, наверное, раскаленная лавочка. Он лежит на полу, на
прохладно. Вы смотрите, какой у него домик. Рыжик, я твой домик покажу, ладно? Запись будет опубликована. Интервью с вами будет показано. Вот так вот ему дети. Ну, дети, семья, видимо, живущие здесь, это которые делали мы в том году. Главное, чтобы он туда... Да, он туда легко сможет заходить, потому что первый домик, когда мы в прошлом году сделали, было маленькое. Он был маленький, и Рыжий туда не мог заходить. Здесь сейчас нормально все. Рыжий, ты есть будешь? Привет. Жуля, это я. Привет. Жарко ему, жарко, просто ужасно жарко. Тоже здесь буквально несколько человек. Ну, не знаю, может сейчас дойду уже до пляжа и туда, до пляжа Даймонд. Посмотрим, раз уж я сюда пришел. Сейчас я Рыжего покормлю. Четверг сегодня, рынок, кто смотрел, я забыл. Пришел домик. Домики в этом я первый раз вижу. Он спит, он даже есть не хочет. Жарко. Обычно целый день спит, а ночью гуляет, ходит тут по территории. В общем, такой домик. Он снова не бомжик, у него снова есть домик. Так, идем дальше. Красивые такие цветочки. Людей мало, может, потому что жарко. Я уже, честно, адаптировался, привык к этой жаре. Уже хожу спокойно. Ну, ветерочек свежий спасает. Здесь жилого комплекса, пляжик, много людей загорающих на нем. Такое море потрясающее. Красивый. Пляж Гранд Туисал. Я так думаю, что отель работает. Гранд Кэптон. Сейчас посмотрим. Пирс почти разобрали. Не почти, а разобрали пирс Гранд Кэптона. Гранд Туисал. Ну, точно не могу утверждать, но, скорее всего, работает. Один из котеек. Ребенок наша рыженькая. Может, сейчас ее тоже увижу, не знаю. Узнал меня, сразу прибежал, довольный. Вот она, наша рыжуля. Второй на нее похож ребенок. Но она чуть-чуть побольше. Привет, ты соскучилась? Я уже... А, я у тебя неделю не был, наверное. Привет, давай кушать дам тебе. Рыжуля, иди сюда. А где твоя копия? Нет, блин, на пакетик хочешь. Я сегодня к тебе не собирался, пакетик не взял просто. Разбаловал ее пакетиками. Друзья, Гранд Кэптон, наверное, закрылся, потому что убрали пирс и убрали пляж, убрали все, Гранд Кэптон, все. Как это не печально звучит, а Гранд Туисал, люди отдыхают. Жулька соскучилась. Соскучилась, да? Не отпускает меня, бежит за мной. Да, так вот печально смотреть на вот такие вот картины, когда еще вчера буквально здесь был пляж, люди. Кстати, люди есть на пляже Гранд Кэптон. Ну, имеется в виду просто отдыхающие, живущие здесь. На пляже релакс. Есть отдыхающие, а вот отель, один корпус, они старые, который Вэлла Бич был, наверное, да, вот этот корпус. Они его полностью разобрали и будут новый делать, видимо, как бы. Но релакс работает, на пляже людей довольно много. Итак, релакс, еще есть жизнь, а, друзья, Даймонд тоже закрылся, и пляж убрали, так пустынно здесь сейчас. Так печально это все смотреть. Отель Даймонд сезон закончил тоже. Так вот. Вообще я немножко удивлен, потому что много слышал о том, что отели будут работать до 1 декабря, всю зиму. А в итоге даже до 15 ноября, вы видите, многие отели, блин, так пустынно, так непривычно. И пляж этот почти пустой, вы видите теперь. Арси Блю Бич, молодцы, работают, красавцы. Может быть и зимой будут работать, не знаю. Да, здесь пустынно, пустынно и печально. Jet Sky все позакрывались, получается, хотя странно. Люди еще будут 2 недели, как минимум. Все здесь сейчас выглядит пусто. Немножко печально. Мой любимый пляжик здесь. На пляже кафешки есть люди на лежачках немножко. Есть люди. Все, друзья, вот видите, как сел у меня аккумулятор, прошли мы с вами много.
Так, друзья, дошел я до Демчая, там у меня камера села с зумчиком, аккумулятор. Не стал его доставать. Дошел до Демчая, приехал сюда, на пляж Кейкубат, и наконец-то тут начинается работа, сейчас покажу. Ну, собственно, я видео отдельно, я буду делать первый, второй, третий день, начинают вытачивать фигурки. Людей здесь сейчас, ну, довольно много, в принципе, можно сказать, довольно много. Купающихся много в воде, тут вода самая теплая. Да? Черная. Лето у нас продолжается, вот такая большая-большая прогулка у нас получилась сегодня, не знаю, в одной части или в двух частях я ее сделал, потому что прошел я все пляжи, в принципе, района оба и все пляжи Тосмора. Такая вот здесь красота, когда солнышко светит. Кот этот, который третий день его тут вижу, рыжий. Много очень купающихся. И на First Beach люди есть, на первых двух пляжах кафешных, не только здесь. Приблизить вам, к сожалению, тут не могу. Пошел на море. Да, красавчик. Там капает хоть вода, я не вижу. Красавчик. Тебе открыть ее, может? Я второй раз наблюдаю, он будет ее. Не искупаться не против, жара такая. Так долго сюда пьют. В тот раз тоже долго-долго пил. Так, тут у нас справа пляж Кейкубат, слева уже First Beach, она уже не работает, это кафешка. А вот следующий пляжик кафешки, наверное, работает. Тут очень много купающихся сегодня по всем этим пляжикам, везде, где есть люди.